Смотрите, у нас мороз, минус 21, и радуга. Вон радуга, и вон радуга. Видите? Я очень надеюсь, что вы видите. Обалдеть! Я вижу? Я вижу. Это я привезла Варюшку в школу. Ой, морозяка, твою дивизию. Вон все белым-бело. О! Вообще. Кому не спится в ночь глухую? Кто приехал в морозный вечер в деревню? Смотрите, как интересно. Кто это? Кто это? Это пиватик. Пиватик. Это пиватик прибежал. Привет. Привет. Дурачок. Ура, скажи, подружка приехала. Подружка. Ну, конечно, пописать на нашу новогоднюю елочку обязательно нужно. Чудики. Ладно, самое главное – розы. Розы, розы, где мои розы? Спят. Помните, в этом самом смешариках есть такой, когда ежик решил, что он должен засыпать на зиму, и он, Крош, пел ему песню. Спи, мой ежик, мой добрый друг, спи. Ты проснешься весной, и я подохну, пока жду. Ой, кошмар. А, ну ничего, вроде. Все стоит, все лежит. Вот здесь вот принцы Монаки. Так, здесь принцесса Сибилла де Люксембург. А, потом Twilight Zone. О, боже, я смотрю на белый сугроб, а вижу розы. Кошмар. Как же я соскучилась по ним. Как красиво. Как красиво. Спите. Спите, мои малышки. Спите, мои хавощи. Спите. Мама любит вас. Хакуранишики. Ну, вроде все хорошо. Даже в беседке работает электричество. Удивительно. О, уже печка дымит. И луна. Половинка луны растущая. А на улице-то так нехило морозит. Ой, вообще, все в инии. Вон они, все деревья, все в инии. Класс. Блин, рука замерзла. Всем привет. Рогалики. Так. Ну ничего, не провалились вроде. Если собаки не провалят. Все, спят розочки. Спокойной ночи. Спокойной зимы. Ну вот время уже, наверное, часов 12. Пиратик. А мы вышли погулять. Вот. Наконец-то выспались за неделю. Смотрите, какая красота. Олег Сергеевич снимает соседям, как у них дела. Собаки бегают. Вообще, вчера было еще очень-очень холодно, а сегодня уже всего-то минус 9. Ночью прошел снежочек небольшой. А вот. И мы пошли погулять. Вот эта вот звенящая тишина. Это вот потрясающее состояние. А вот это вот посмотрите. Боже мой. Знаете, какие лапы? Какие лапы? Ах, какие лапы. Да, конечно, красавица зима, ничего не скажу. Единственное, что мне жалко, это то, что розочки зимой не цветут. Очень жалко, очень обидно. Но ничего, мы терпилы, подождем. Люди, которые живут на севере, вынуждены быть терпеливыми.
и хранить, так сказать, тепло в душе до самой весны, до самого лета. Пришли к соседке, которая заразила меня розоманией, чтобы привет передать. А у нее тут, похоже, ветром укрытие снесло часть или оторвало. Вот спасение, так сказать, роз. Потому что, конечно, жаль, тоннельчик не маленький, а вот. Хотя, блин, уже такие морозы были, но вроде бы зелененькие. Так, Олег Сергеевич спешит на помощь. Ghostbusters! Я буду призраком. Ты будешь призраком? Да. Укрывай розули. Ты понимаешь, Ольга-то же, она же во всем виновата, что я теперь разанутая это на всю голову. Скоробогатова, привет! Так, Олег Сергеевич, давай тщательнее делай, качественно. Это самое. Че? Полковник, помолчите. Я еще не полковник. Я только учусь. Вы еще рядовой вообще-то, честно. Я только учусь. Как себе, Олег Сергеевич, как себе? Да все приклеилось. Нет, так все вроде... Прикладывайся, пусть это самое понадежней. Да. Товарищи розоводы. Нет, а так-то все нормально. Все хорошо укрытие. Вот единственное, что вот это, то ли был кусочек приделан. Олег Сергеевич, а в два слоя нереально? Я вообще... второй слой пытаюсь оторвать. Вот надо, чтобы в два слоя было. Вот. Видимо, то ли кусочек был, и ветром его снесло, то ли от тяжести снега оторвало. Вот Олег Сергеевич проводит операцию расчленения ультрасила. Ой, не могу. Ой, какая у нас тишина. Хорошо. Ну ничего, сейчас мы этим соседям розочки укроем, а у других соседей немножко дров потырим. Ну, в смысле, с разрешения, конечно. Короче, приятная с полезным прогулка. Спасайте, Олег Сергеевич. Все, камера замерзла. Ну вот, засыпала с этой стороны укрытие для роз. И немножечко сделала дорожки, потому что там, где вот уже находили по снегу, и там очень сложно чистить. Лопата втыкается в этот утоптанный снег. А там, где не было, там я прочистила дорожечки. Вот, теперь я могу ходить вокруг своих розарий и рассматривать со всех сторон, хорошо ли все с укрытиями. Ну, практически вокруг всех розарий могу ходить. Вот. Спокойненько. Ну, тут уже я не стала туда к этой кругленькой делать дорожку. И к рогаликам тоже не стала. Все, пусть спят. Вот. Олег Сергеевич забивает то, что не сделали. Осенью не успели. Розы закрыли. А недостроенную баню не законсервировали. И снег стал туда попадать внутрь. Вот. А на первом этаже там уже сделаны полы. Уже утеплитель лежит, там пароизоляция. И поэтому сейчас вот он их законсервировал, пока не, сугробы там не лежат. Вот. Бог помощь, Олег Сергеевич. Что? Бог помощь. Ивушки. Кстати, была у соседки. Смотрю, у нее на месте, где сидела ива козья, тоже такая же пендула, ива козья. Не, ну, короче, с висающими этими побегами нету ее. Я уж испугалась, думала, выкопали, что ли. А оказывается, она это самое загнулась у нее. Жалко. Ивушка, надеюсь, не загнется. Красивая больно. Ну, в общем, погуляли, походили, немножко покопали, немножко присыпали. Какие-то немножечко дела поделали. Вот. На этом, наверное, сегодня все. Осталось две бутылки воды набрать с собой. И чуть-чуть в город. Вот. Хотя тут хорошо. Жалко, мало времени совсем тут были. Вот. Очень красиво. Очень. Друзья мои, вот вы у меня спрашивали. Света, как ты там делаешь таблицу? Ну, я вам сразу скажу, что мои дети надо мной ржут. Я имею в виду, что взрослые мальчики мои. Мне говорят, мама, сейчас все можно делать проще, легче.
Я говорю, ребят, вы делайте как хотите, а мне вот так вот нормально. Ну вот, когда у меня есть свободное время, я этим занимаюсь. То есть я открываю обычный документ Word. Сейчас я вам покажу. Не сохранять. Так, так, где он у меня? Внизу. Вот такая вот иконочка. Вот, вот она. Вот, я открываю обычный документ Word. Закрыть. Так, беру новый документ. Просто пустой лист, чистый. Вот он открывается мне, чистый пустой лист. Я делаю табличку. Раньше я делала ее какую-то очень замудренную, много печатала сама. Сейчас я беру, здесь вот вставка, таблица. Беру, мне нужно всего 3 колонки. Вот, ой, чаёк. Вот они, 3 колоночки. Я их немножечко раздвигаю. Эй, раздвигайся. А, не с этой стороны. Вот так вот. Здесь мне нужно ее подвинуть. Она как-то все время не двигается. Так. Первая мне нужна для названия. Центральная мне нужна для описания. Самая большая. Вот. И вот эта вот крайняя правая будет для фотографии. Ну все, по сути дела, матрица готова. Чтобы сделать повторную, можно нажать вот сюда на плюсик. Он добавит еще одну. Мне нужна сейчас первая колоночка. Здесь будет название розы и кто ее изобрел и когда. Я захожу в свой сейчас в свою почту. Вот она почта. Это у нас, ой, да что ж такое-то? Это у нас Наканока Gold Rosa. Вот. Значит, здесь список роз, которые я заказала. И вот я, допустим, беру первую розочку Lady of Belgrade. Да, я такую заказала. Выделяю. Правой кнопкой мыши пишу копировать. Захожу в свой документ Word и вставляю сюда это название. Правой кнопкой мыши вставить. Вставить. Ну, что такое? Так, мы сделаем вот так. Вот сюда нажмем. Оп. Вот. Далее. Далее. Я захожу, обратно возвращаюсь в браузер. И захожу уже в Яндекс. В Яндексе я уже набрала. Ну, то есть сюда тоже вставила «Роза Леди в Белград». И у меня здесь вылезает всяческая разная информация. Ну, сначала я захожу в самый популярный сайт. Это энциклопедия роз. Собственно говоря, он и является отправной точкой. И вот написано. Базаник, Сербия, 2016 год, Флорибунда. Я нажимаю сначала этого текста. Выделяю до Флорибунды. Правой кнопкой мыши. Копировать. И теперь я это делаю. Захожу обратно в свой документ Word. И теперь делаю то же самое сюда. Вот надо нажать вот сюда. Оп. Вот, у меня здесь вышло, что это Сербия, 2016 год, Флорибунда. Следующее это будет описание сорта. Возвращаюсь в розыбук. И здесь есть вот описание сорта. Одна из лучших оранжевых роз, цветки густомахровые, 80-90 лепестков, необычной формы, интенсивно оранжевые в соцветиях по 5-7 штук, лепестки мягкие, нежные, с волнистым краем, что придает цветкам особый визуальный эффект. Цветение непрерывное до сентября, листва очень устойчивая к мучнистой росе, куст высотой 70-80, рекомендуется для садов, балконов, террас и других мест с ограниченным пространством. Ну, то, что для чего он там рекомендуется, мне не важно. То, что это одна из лучших оранжевых роз, мне тоже не важно. Я начинаю копировать с момента цветки, бе-бе-бе, и куст, заканчиваю на куст высотой. Вот. Оп, копировать. Опять иду в свой
свою табличку и вставляю здесь эту информацию. Мне этого недостаточно. Возвращаюсь в Rosebook. Вот здесь вот есть табличка, которую все вы знаете. Я здесь беру, выделяю именно, где написано количество цветков на стебле, устойчивость к дождю и цветение. Опять правой кнопкой мыши. Правой кнопкой мыши это вот это. Правой кнопкой мыши нажала не туда. Так, выделила. Копировать. Опять иду в свой документ Word. Вот они здесь внизу открыты, я только их меняю местами. Нажимаю. Вот тут уже, видите, табличку вставить. Опаньки, все. Вот у меня по этой розе есть вся информация. Мне не нужно каждый раз набирать ее в поисковике, чтобы найти все на нее. Дальше. Возвращаюсь в браузер. Все, мне не нужен больше Rosebook, я его закрываю. И теперь остаюсь в Яндексе. В Яндексе есть поиск картинки, видео, ля-ля-ля. Мне нужна картинка. Картинка. Значит, я беру, ну, любую картинку, мне не нужна большая, надо, чтобы она была такого нормального размера более-менее, и чтобы соответствовала цвету. Ну, пусть будет вот это. Вот картинка. Я также нажимаю правой кнопкой мыши и пишу «Копировать картинку». Не сохранить, а именно «Копировать». Опа! Скопировала. Возвращаюсь в наш документ Word. В последний столбик ставлю палочку. Опять правой кнопкой мыши и вот на эту же штучку. Опа! И тут у нас эта картинка километрового размера. Нажму на нее, она мне дает возможность ее уменьшить. И я начинаю ее сжимать. То есть я начинаю ее подгонять под тот размер, который мне нужен. Иди сюда. Неудобно снимать одновременно. Вот. Вот. Так, ну вот, собственно говоря. Вот таким образом. То есть вот она у меня, Lady of Belgrade, Balsamic, Сербия, 2016 год, Флорибунда, ее описание, ее характеристики и ее фотография. Вот, соответственно, дальше я пойду делать следующую розу. Так, ну вот, чтобы было... Так, здесь мы закрываем это. Идем обратно в почту. Так, следующая розочка, Blauwestadt. Так, где моя мышка? Вот она. Выделяю. Опа, копировать. Иду в свой Word. Вставляю. Так, иду в браузер. Наверх, в Яндекс. Удаляю Lady of Belgrade. И вставляю. Вставить Blauwestadt. Найти. Вот он у меня находит Blauwestadt, энциклопедия роз. Интерплант, Нидерланды, 2007 год, Флорибунда. Так, выделяю. Опа, копировать. Ага. Добавляю сюда. Так. Так, все, эта информация у меня есть. Пошла дальше в Rosebook. Описание. Лепестки лиловые с одной стороны, светлые с изнанки, цветет полумахромными душистыми цветами, собранными в крупные соцветия, в распуске показывает серединку с ярко-желтыми тычинками. Ну, все как я люблю, короче. Кусты прямо стоячие, с крупными темно-зелеными кожистыми листьями. А вы... Так, это нам не надо. Нам нужно конкретно вот и это. Копировать. Иду. Вставляю. Есть. Дальше опять мне нужен Rosebook. Так, теперь мне нужно его табличка. Так, копировать. Возвращаюсь. Опять нажимаю правой кнопкой мыши. Чик. У меня есть табличка. Все, мне осталась только картиночка. Закрываю Rosebook.
выбираю картинки. Я, конечно, понимаю, что, может, вы ничего не поймете, но ау, я покажу, как я делаю, а уж там, как говорится, как у вас получится, получится. Так, ну вот это вот мне, в принципе, Blaubish, что подходит. Вот она. Нажимаю правой кнопкой мыши «Копировать картинку». Иду обратно в свой документ Word. Правой кнопкой мыши. Ага, она не скопировалась. Вот смотрите, видите, я нажимаю, у меня опять таблица. Иногда подтормаживает скачивание картинки, потому что она тяжелая, весит долго. И поэтому он еще не успел ее скачать, а я ее уже вставляю. Поэтому вот она даже сейчас мне не дает ее копировать, потому что она ее копирует пока. Ну, ничего, мы подождем или посмотрим другую, может быть. Красивая розочка. Ну, вот, люблю я такие розы. Сейчас я вам ее... Blaubishstadt. Такие обалденные. Нравятся мне все эти закорючки. Вот это, кстати, тоже симпатичная фоточка. Ну-ка. О, давайте ее скопируем. Так. Так. Ну вот, теперь она показывает то, что нужно. Вот, скопировалась картинка. Копировалась опять огромная. Я на нее нажимаю, и у нее появляются вот эти вот штучки-почемучки. Надо мне ее сжать. О, теперь она сюда перескочила. Мне ее надо сжать до нужных мне размеров. Вот. Все. И вот так вот я делаю табличку на все розочки. И потом мне очень удобно их просматривать, собирать их в клумбы, потому что я вижу и картинку, вижу и описание, и размеры. Хотя там размеры могут быть другими. Но вот я когда сижу еще, все-таки перечитываю комментарии. И вот настолько все разные комментарии. Кто-то розу хвалит, кто-то ее ругает. У кого-то она выкидывает удочки, у кого-то она не нарастает, у кого-то нарастает. Поэтому здесь, конечно, прямо точно, что вот нам Роза Бук даст прям наиточнейшую информацию, я считаю, что это невозможно, нереально. Можно, конечно, почитать, можно быть готовым к каким-то сюрпризам, но все равно на вашем участке, в вашем климате роза поведет себя так, как поведет. Ну вот, показала, как делаю таблицу. Потом я ее сохраню в папочку специальную, которая называется «Коллекция роз». Вот, ну, думаю, может быть, с этим вы уже справитесь. Так, чтобы сохранить в папочку. Где моя мышка? Вот она. Мне нужен файл. Сохранить как? Коллекция роз. Это у меня будет. Это у меня будет. Весна 22. Нока-нока. Нока-нока. Да? Да. Сохранить. Вот, то есть у меня теперь будет это в коллекции «Весна 22» на Канока. Ну вот как-то так.